Ты в порядке, сынок? Да, тетя Асия, в порядке. Толга, спасибо тебе за вчерашнее, дорогой. Если бы Таксин узнал, то всем бы нам досталось. Ну что вы, тетя Асия, ради Джейлан я сделаю все. Да, сынок, я знаю. Коркут заморочил ей голову. Я боюсь, как бы ей снова не пришлось страдать. Но я верю, Джейлан, рано или поздно она прекратит эти отношения. У нее и выбора другого нет, пока ее отец жив. Мы сделаем все, что от нас зависит. А Джейлан когда-нибудь поймет. Надеюсь, сынок. Дай Аллах. Добро пожаловать. Спасибо. Ты отвез девочек такси? Отвез, госпожа Гнуль. Они вернутся на такси. Отлично. Значит, будут гулять весь день. Хорошо. О, ты купил миндальные вкусности? Да, госпожа Гнуль их очень любит. Если бы ты знал, как давно я их не ела. Спасибо большое, Таксин. Кто еще позаботится обо мне, если не ты? Приятного аппетита. Я потом еще куплю. Толга? Толга! Толга, сынок, что с тобой? Толга! Сынок, разве можно пить в такое время? Поднимайся. Садись. Садись. Сюда, давай. Садись, сынок. Мама, ты же чувствовала... Что, сынок? Коркут, ты не взлюбила его сразу же. Материнское сердце чует. Поспи немного. Потом поговорим, как проснешься, хорошо? Он мошенник. Обвел всех вокруг пальца. Придет день, он обворует нас и исчезнет. Он... двуличен. Не переживай. Я не позволю ему это сделать. Вы не понимаете. Никто не понимает. Он ненавидит нас. Больше всего на свете. Толга прав. Он словно бес портит всем жизнь. Ладно, Толга пьян, а с тобой-то что, Таксин? Он ненавидит нас. Ненавидит. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.